В Гонконге прошли гонки на лодках-драконах. Фестивале Дуан Удзе уже 2000 лет. Спортсмены всего мира собираются в эти дни в знаменитый мегаполис на Коулунском полуострове, чтобы в течение двух дней состязаться в гребле на борту традиционных драконоголовых лодок. Праздник отмечается по лунному календарю в пятый день пятого месяца. По общему поверью, его возникновение связано с почитанием местного древнего поэта и патриота Цюй Юаня, который жил в эпоху царства Чу и бросился в реку Чудзянь в знак протеста против полностью коррумпированной местной власти. Жители настолько любили своего певца, что в течение нескольких дней кидали в воду печенье и били в барабаны. Им казалось, что сытая рыба не тронет тело несчастного, а громкие звуки должны отпугнуть речных обитателей. Постепенно появилась новая традиция именно в эту дату кидать пирожки с рисом в реку. Легенда гласит, что однажды дух Чуй Юаня явился местным жителям и попросил перевязывать пирожки цветными нитками, дабы подношение его душе не съедал речной дракон. Видение поведало, что дракон не тронет подношение, перевязанное шелковыми нитками. С тех пор ритуал укоренился и пережил века. В дальнейшем жители решили устраивать праздничные гонки на реке, чтобы увековечить память о смелом человеке. В местной кулинарии появилось новое блюдо – дзюньцзи – клейкий рис в тростниковых листьях.